как видите, наши счастливые лица. Да, Настен? Да. Мы едем куда, как вы думаете? Конечно же, на наше любимое шоу. Самое любимое. Самое любимое, да. Самое главное показать, кто же нас везет. Да. Сам Ебаров. С Танюшей. Да, Танюш? Ксюш, слушай, меня мучает один вопрос. Мы вот живем в женской, и я понять не могу, что у нас делает черная роза. Как ты видишь, реально одна черная роза. Откуда она? От кого же она может быть? Просто как бы немножко жутковато. Одна черная роза. Кто это? Я думаю, что это какой-то намек. Да? Я думаю, что это какой-то знак от какого-то человека. Слушайте, ребят, у нас тут одиночка шикарная организовалась, да. Я как бы, в принципе, тоже одиночка, но давайте сначала мы Янку пристроим, а потом мной займемся. Короче, мы хотим... Какого мы хотим, Ян? Мы хотим высокого. Можно, если светлоглазого, но мне уже любые глаза пойдут, любой. Так. Короче, хочу умного, воспитанного, интеллектуально подкованного и симпатичного. Ну, симпатичные понятия разные. Ну, например, чтобы люди понимали, вот что, кто для тебя... Для нее симпатичный, короче, Димка Чайков. Вот такого формата. Захарьяш, да? Угу. Ну, в общем, типа а-ля вот такие парни. Короче, ребят, мы вас ждем. Да, Ян? Все. Да.